Итак, суд вынес обвинительный приговор четырем лидерам компании Questra World со следующими сроками заключения. Карамаев Кенесары 10 лет, Расулметов Бахадир 9 лет, Кожебергенова Бакыт 8 лет, Махамбетова Кымбат 8 лет. «35 лет на четверых лидеров финансовой пирамиды отправили за решетку. В заключении они проведут от 8 до 10 лет. Таковы итоги трехлетних разбирательств между пострадавшими и теми, кто продвигал компанию Questra World в Казахстане. По минимальным подсчетам, от финансовой пирамиды пострадали 300 казахстанцев. Ущерб превысил 800 миллионов тенге». «Я считаю, что решение справедливое вынесено. Ну, там есть даже облегчение, которое вот судья предусмотрел в связи с тем, что это у них первая судимость, то, что у них есть несовершеннолетние дети и по состоянию здоровья». Представители стороны защиты сообщили, что намерены обжаловать приговор в апелляционном суде. Global Star Club. Возможности безграничны.